Здравствуйте. Я Георгий Георгиевич Кастанди. Благодарю организаторов конкурса «Лидеры России» за интересные вопросы. Чему вы научились за последний год? Научился разделять. Из выражения «divide», «divide et impera» по своей методике. Снимать короткое видео, печь оладьи. Что вас вдохновляет в России? Вера, надежда, любовь. Меня вдохновляет умение России возбуждать мою любовь к ней. Меня вдохновляет надежда России на, во-первых, эволюционное избавление от идеологии общества потребления с ее пропагандой и рекламой и переходу к коммунистической идеологии. Во-вторых, смену варизма и бандитизма на социализм. А по мере развития робото-владельческого общества – построение коммунизма. От каждого по способностям, каждому по потребностям. В-третьих, переход от дикого рынка к плановой экономике. Меня вдохновляет вера России в Бога и торжество высшей справедливости. Спасибо за внимание.